Всем доброе утро! Сегодня мы находимся, я и Даня. Кстати, это Даня, он сегодня мой соведущий. Даня, поздоровайся. Здравствуйте. Сегодня мы тусуемся в Меги Парнас, где разыгрываются целых 3 эксклюзивных яйца Мадана. Ей-богу, такого еще не было. Дань, ты вообще видел когда-нибудь такое? Ни разу не видел, но очень хорошие яйца Маданы. Яйца Мадан. Хочу сказать, что эти яйца Маданы были изготовлены эксклюзивно к нашему розыгрышу. Мы сами их красили, мы сами делали уникальные вот эти вот наклейки. Поэтому люди, которые сегодня выиграют наши яйца Маданы, они будут уникальными обладателями вот таких классных чемоданов. Но мы уносим не просто чемоданы. Что мы делаем? А мы уносим чемоданы с одеждой, которую вы можете получить совершенно бесплатно, набив вот этот чемодан. Да. Одеждой? Одеждой. Одеждой, просто одеждой. Одеждой. Просто одеждой. Любой одеждой, которую вы захотите приобрести в нашем магазине. Короче, половина первого. Мы еще не проснулись, но мы уже активно зазываем народ. Следите за нашим видосом. Мы покажем, как будет происходить и развиваться события. И, короче, это не нужно вставлять в монтаж. Не надо. Почему никто не кричит «Яйца Мадан»? И «Яйца Мадан»! И сейчас мы разыгрываем «Яйца Мадан». Так, кто хочет выиграть, скрестили пальчики. Достаю вот просто, я не смотрю. Я никого не запоминала, я не смотрю. Первый «Яйца Мадан» достается номеру 1338. У вас 1338? Здравствуйте. Как вас зовут? Саша. Вы рады? Очень. Мы сейчас пойдем вместе с Сашей в магазин Бифри вот с этим классным, с первым яйцемоданом. И у Саши будет 10 минут для того, чтобы набить яйцемодан одежды. Саша, вы готовы? Готова. Это он. Опа! И понеслись в магазин. Мы заходим в магазин, собственно говоря. Все, и с этого момента начинаются 10 минут. Сразу понятно, что Саша хорошая жена и все остальное. Пошла первым делом мужской отдел. Саша! Саша! Сколько там осталось у нас? Саша, 2,5 минуты, это все нужно... Угодно. Нужно еще, чтобы это все закрылось. О, все хорошо. Если треснет, то... Ура! Саша, поздравляем вас! Пойдемте обратно. Между прочим, у нас еще 2 яйцемодана, еще очень много людей, которые хотят принять участие в розыгрыше. Яйцемодан! Молодцы! Кто хочет выиграть? 22:30 у кого? Поздравляем тебя! Давай. Кристина, ну что, ты готова забрать свой яйцемодан? Да. Готова? Побежала! Поехали. Ожидала, что ты выиграешь? Нет. Не ожидала. Ты рада? Конечно. Да? Столько вещей. Что ты там набрала? Это куда комплекты? Школу. Ты прям заранее знала реально все, что ты возьмешь? Да. Это идеально. Ну вот у нас в Бифри такие ребята, такие покупатели, такие подписчики, которые знают, что хотят, идут к цели и, собственно говоря, добиваются своего. Мы тебя поздравляем еще раз. Проходи на кассу и забирай все с собой. Ну а мы пойдем дальше. Приступаем к
розыгрышу нашего последнего яйцемодана. Кто его хочет? Номер 0992. Как зовут тебя? Маша. Маша, мы поздравляем тебя. Поэтому, смотри, мы сейчас заходим вот туда, в зону, где у нас диваны. Да. Поехали! Две минуты уже прошло. Маш, главное, чтобы он застегнулся и не треснул при этом. Давай, до конца должно застегнуться все. Ура! Маша, поздравляем тебя. Спасибо. Этот чемодан полный одежды ты забираешь. Ты забираешь с собой в подарок от нашего бренда. Обещай не отписываться, обещай приходить да, к нам конечно. Вместе с Сережей на шопинг. И рассказывай всем, что BeFree действительно исполняет мечты. Не обманывает или обманывает? Честно. Посмотрите честно. В эти глаза, Маша. Все мои студенты, кто смотрит, это правда. Все, смотрите предыдущие прямые эфиры, следите за нашими обновлениями в Инстаграм, подписывайтесь на YouTube-канал BeFree Fashion, BeFree любит вас, целует в обе щеки, классного вам вечера, крутого воскресенья, пока! Все, это капец.